Эталон меха вновь радует кызылординских модниц. Российская фабрика представила на суд покупательниц эксклюзивные дизайнерские шубки. Выставка в торговом центре Жибекжулы продлится в течение недели. Короткие и длинные, приталенные и свободного кроя, с капюшоном и без. На выставке представлен широкий ассортимент изделий из ценных мехов, бобра, лисы, норки, каракуля. Любая модница найдет здесь товар по вкусу. Мы привезли большое количество шуб из меха норки, мутона. Есть парки молодежные, жилетки из песцов, кожа чуть-чуть. Все шубки пошиты на фабрике города Пятигорск. Имеют очень хорошее качество. Выделка, ну, просто все на высшем уровне. Размеры, если бы и подберем на любого человека, хоть и на маленького, хоть на большого, на младшего, на старшего. Условия покупки своим покупателям Эталон меха предлагает выгодные. За наличный расчет предоставляются большие скидки. Если денег на понравившуюся шубку недостаточно, приобрести ее можно в рассрочку. Цены где-то у нас начинаются в районе норка 400. Мутон в районе 200 тысяч. Можно шубы купить как и за наличный расчет, так и в кредит. При покупке за наличный расчет здесь вот система скидок. По словам организаторов выставки, цены на их шубы ниже рыночных, ведь меховые изделия поставляются от пятигорских производителей напрямую с завода. Так что торопитесь, ярмарка только до 10 января. Кристина Алмаскуза, Ягоз Кужакова, Алмат Миндыбаев, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.